И еще один праздничный привет актрисе цирка Зинаиде Тарасовой, женщине из мира чудес. Счастлива, что могу обратиться сегодня к вам. И мне хочется пожелать вам самого главного в жизни, с моей точки зрения. Это чтобы работа, ваша работа, какая бы она ни была, несла вам счастье. Ведь это так важно в жизни, когда то, что ты делаешь, тебе нравится, когда ты можешь оставить что-то людям. Ну а мужчинам? Мужчинам я пожелаю, чтобы они всегда были так внимательны к нам, как сегодня. Пусть всегда будет 8 марта.